Ну, короче, знаете, да, мое отношение к этой китайской продукции. Я, естественно, понимаю, что его это делают там, на экспрессе. Ну, я из принципа не буду там брать. У меня такие принципы, что я беру на своих сайтах. Там точно не буду брать. Потому что я взяла, а потом я разглядела, увидела. Нет. Вообще у меня давно против этой продукции забастовка. Я даже от обоев отказалась. И начала делать барельеф. Мне же надо цветочки набрать в вазу. Стены начала делать декоративкой, лишь бы не брать продукцию с той страны. А наши были стрёмные. Поэтому я уже много лет там не беру. Ничего. А, последнее, что было, это, наверное, лет 7 назад или 8. Я взяла ножницы для филировки. С уровнем, с жидким. Я их выкинула. И сказала, все. До свидос. Так. Сегодня, кстати, увидела, кто-то, мы разговаривали, машинка стиральная Бирюса в ДНС. Сделана Made in China. Ништяк. Совсем охренели. Уже Бирюсу туда сплавили. Смотрите, как у нас красиво, какая аллея. Красиво. Что все равно я тут нет? Ой. Так. Какой чехольчик у меня, тетенька. Так. Что еще хотела сказать? Что-то хотела рассказать же интересно. Ой. На шашлыки съездила, куртку оставила. Короче, все там пооставляла. Все, завтра на работу. Хорошо отдохнула эти выходные.